Эктон, ты хилишь? Да, давай ДЦ, тогда ты в ДЦ. А не в ДЦ, ладно, кира этот. Зайк. Вижу. Эктон пока один хилит, давай, Эктон, я тебе верю. Наконец-то оно появилось. Отлично. Вот он, нормальный Эршан. Я тогда ходил, там Эршан 3-4К ХПС одержал. Пиздец просто. Тут соло Эршан просто. А чё с потом? Чё 3800? Чего не справится, да? Наверное, его дальше держать надо, хуй знает. Не-не, он по так и будет кидать, забей. Такой мог просто. Все, направо идем. Просим, Я так понимаю, у этого места и карты нет. Есть. Это место вне реальности. Не карта, я имею в виду, у меня тут есть карта. Ебать, их разъебали уже? А кто тоньше? Вот что? Вот, да. А. Тогда я обратно пока. Ну что-то ты и ДПС заебись наш как без времени. Только там фрейминг какой-то ебаный, слышь. Если чё, так я вот эту хуйню скачу. Там Толгород признан, там должно быть написано. А, в модификациях на русском прям. Волгородская тюрьма. А, ебать, я долбоёб, забей. Ты не туда импортировал, что ли? Я папку совсем нахуй. Все, что в этой папке было, я ее и закинул в батоны, блядь. А я второй раз не попалась на это. В смысле, все, что было в папке? В архиве была папка, блядь. Я ее тупо перенес в аддоны, вместо того, чтобы из папки это и перенести в Ну да, я так всегда делал. Есть фласка на апу какой-нибудь? Ну началось, блядь, нахуй ты сюда пришел? Я точно могу дать. Давай. А ты где? Короче, вот смотри, босс держится в центре, там же. Просто повернешь к нам спиной. Фига, да нет, давай быстро. Да не надо БК. Да нет, спекайся в ДЦ. Спекайся в ДЦ. Спасибо. Вероника попала с пятницы, Экон, Валема. И так попали. Все, спекайся в ДЦ тогда. Если что, стаки на вас двоих будут, только там 4 примерно кидают дебафа на рейд, вы их должны будете спарить. Потом будет босс по КД кидать этот... Ну вот, вот эту метку. Эту метку кидать, вам ее просто пойти спарить надо. Потом босс сокрушающий удар делает, вам миликом надо на 10 метров разбежаться. Танк ты тоже убегаешь под этот сокрушающий, назад просто бежишь, там место на 10 метров, потом соединяйся. И каст первобытного ужаса. Сейчас. Во время этого каста в последнюю секунду надо, ну не последнюю, просто надо отвернуться от него спиной, вот так отворачиваясь после каста, все. Но во время каста он кастует, отвернулись, каст прошел, поворачивайся. Если вы не отвернетесь, вы на 10 секунд эфире, который не диспелится. Ну, его только тринкой снять можно как-то. Не, он прохилом он диспелится. Нет, там... не надо. Просто повернись спиной к нему, когда он кастует, и все, и тогда ты не будешь эфире, да. А так 25 хилов надо. Метка диспелится. Какая... А, подожди, нет, смотрите. А, вот это две метки, когда кидает, над вашей головой будет такая стрелочка. Вы должны вот так по бокам разлить. Милики с той стороны разливать, РДД с этой стороны. Вот так просто подходите, разливаете. Там будет такая большая лужа появляться. Она вообще со временем не выходит. Поэтому только по бокам сливайте. Если кто-то в центре разольет, там просто места не будет, куда отбегать от сокрушающего. И все. Нет, сейчас Женя зайдет. И все. А там какая-то еще метка. Буря скверна, что ли? Хуйня какая-то. Сейчас скажу, нескончаемая. А вот. Вот эта штука. Надо ее диспелить. Потому что каждый такт он увеличивает урон и все. 4 тела просто диспелишь или маза спауна, я не знаю. У меня 4.
А как встаем в босса? Он босса там поставит, повернет. Вы можете милики здесь встать. Или так стоять, я не знаю. Босс там же должен стоять. РДД просто встаньте вот здесь у входа. Лево-право сразу, чтобы метки выносить легче было. На два лагеря делят какой-то. Я не знаю, я помню, милики все там у босса стояли, а РДД зона здесь стояла. Где я? Это как на два лагеря? А это на другом боссе. Это на... Ты, наверное, говоришь про этого. Да. Про пожирателя магии. Там метка тьмы и метка скверны, да? Это имеешь в виду? Сейчас тут лутать. Нет. Тут молнию скверны, если только лутать. Не, тут сокрушающий не будем лутать, просто отбегать от него будем и все. Сокрушающий сколько бьет, сейчас скажу. 120 тысяч не хватит, ебанешь, тут 5 человек не хватит, чтобы разделить. Тут не хватит, да. Да, это всем надо подбить. Все, давайте ребаф, рыбку сейчас поставлю. Наверное. Да, есть рыбка. У меня есть обычная. Надо понять, где фарм. Смотрите, будет. На стрелке, особенно милики, РДД хилые. Стрелка над головой, сразу этот, сбоку где-то выносите, все. Миликом за босса, да, выносить? Да, вон там, видишь, вон там далеко выносишь, и все, сбоку. На сколько миликов? Так, тут аура от огня нужна. Гирус рост давайте. Да, давай, сейчас поставим. Так, что по бафам у нас? Сейчас лапку знам. Каску поэтому. Не, давай ты кулаки сдай, я 8%. А только с хорюком 2 милика получается, не считая танка. Да. Кулаки дай ему лучше. Да, айфон еще. Все. Все готовы? Ну, сейчас пиздец начнется. Давайте. Сразу лево-право стоим, РДД, милики там где-то не будут. Не надо крест, у нас шаман поставит. У нас шаман поставит, а тем то же самое будет, да. Все, давайте добавим пул. Не вижу добавим пула. Вот он. Сейчас пусть он поставит. Ага. Все, подальше чуть-чуть. Поставь мне подальше. Отведи еще. Вон где-то пошла. Молния скверна. Метка сейчас будет. 3 секунды. Смотри, и крыли. Еще на ком-то нарканавце была метка. Повернули спиной. Все. Давайте. Сейчас еще лужа будет. Сейчас еще должен быть. А сейчас надо будет продиспелить. Отошли, милики, быстрее. На нахуй. Для нагрели. Я тебя резну, ты резнешь куда-то. Метка, смотрим. Сейчас ужас будет, надо будет повернуться. Повернулись. Готовьтесь. Каст. Молния. Все, повернулись. Метки, арканавт и экона вынесли быстрее. Ну ладно, падайте, отошли. Крушай. Да. Все, отошли. Ну, в принципе, поняли, да, что делать? Ну, ничего сложного нет. Под фир каст смотрите, отворачивайтесь спиной. Метку выносите. Танк. Я под сокрушающий отходил. И вы едете уходите. Так у меня Гера. Гера не было? Не было. Гера, на тебе. А. Что такое? Да я выезжаю выйду. А чего у тебя дебафа Гера нету? Ну я умирал, потому что. Да. Тебе сложно щитки накидывать? Я что-то не понимаю, в чем сложность. Тебе единственное, что повернуться и метку вынести, кроме щитков. Ну, нету. Или на него вообще можно спиной стоять. Да, можешь вообще спиной стоять, вообще похуй там. А как кидать джагу? Ну, это раз в 30 секунд все. Короче, если в 2 хила сложно, можно в 3 в принципе. Не, нет, так-то нормально.
Просто я смотрю, прошибает пиздец просто. Поставьте обычную, потренируйтесь. Как-то непонятно с окружающим. Ну, в смысле непонятно, на 10 метров отойди от него и все. Вот танк не умер, вы двое умерли. У вас ДБМ не показывает, что ли, когда с окружающим? Вы можете во время поставить. Я вроде отбежал, все равно. Нет, вроде не считается. Давайте еще раз. 10% краски сдам. Реловнусь. Реловнусь. Опса. Это вот эти ебаные вихри, это лужа? Да, да. И она такая здоровая? Да. Да, я тебе говорю, поэтому ее надо по бокам разливать, иначе пиздец. Охуеть, то еще дальше от нее надо убить. Максимально далеко разливаете, поэтому лево-право стойте, желательно. Чтоб ты понимал, я ее разлил вот тут, и она меня дамажила вот здесь. Ну я тебе и говорю, она огромная. Пиздец. Она через сколько пропадает? Когда не пропадает она. Она не пропадает. Вообще. До конца босса. Да, поэтому ее надо аккуратно разливать. Ебанистическая уже, блядь. Ну надо просто ДПСами, блядь, уебать. Ну, первобытный ужас, касса уже наводится, он вам показывает, что простой первобытный ужас. Просто повернитесь. Я вот еще по ходил, там, пау, повернись, я так за секунду. Вот так, типа. Хилами реально можно просто стоять спиной. Ну, просто смотри, мышкой так. Все. Вопрос. Да. А сокеты в эти оружия можно делать? Да. Нет. А ты лучше... Нет, не делается сокет из Толгорода. Ты нажимаешь на него улучшение, и сокет сам появляется. Можно. Все появляется. Сокет сам появляется, когда ты улучшение нажимаешь. Ебать. Все, гоу. Репорт выпьем. Я пусть поставит. Вой? Говорит, не видит. А, у него ДБМ не видно же, да? А, фу. Ладно, пофиг на ДБМ. Уже фу. Можно. Просто да, голосом да. Говори, когда, блядь, да еще. Бля, припод. Бля, блядь, сейчас давай, 3, 2, 1. Но. Минус припод, блядь. Он для слабых и сильный. Ой-ой-ой. Гера. Ты скажи, это палки в громовом утёсе, что я сильный. Эко ангрелит, вынесли быстрее. Нормально. Повернулись быстрее. Сейчас надо будет продиспейсить. Сокрушающие отошли. Все, заебись. Вынесли. Куда вы? Все. А диспел? Или что-то? Почему бьет так? Так. Метки вынесли. А, отвернулись быстрее. Надо будет попытаться заебейтить эту метку. Сейчас сокрушающий будет, я отбежал. Сокрушающий? Блин, есть рез? Нет. Вон так, блин. Метку вынесли опять по бокам быстрее. Как у тебя ДБМ? Отвернулись спиной. Кто-то вынес метку прям сюда. Встаньте, где нету лужи. Отведи босса чуть-чуть. Это на ту сторону надо. Не, нормально пока. Здесь стоим. Блять, метка. Прям к выходу несите метки. Пах. Да. Здесь есть пока место, стоим. Товарищи, нормально. Блять, да как вы не отходите? А это что убило? Сокрушающийся убил меня? Нет, не было. Блять, метки. Вынести назад, потом на ту сторону пойдем. Повернись спиной быстрее. Давайте, место есть еще. Бля, 3 ДД упало, пиздец. 10 миллионов. Вот я... В принципе, если будете выживать, нормально. Что там? А, метки опять по бокам вынесу. Надо чуть-чуть тактику переработать. Да надо просто на максимальном рейнже от босса стоять вон. Да тут тема в лужах, бля. Ее раскидывать по всей комнате. Мелики на той стороне повернулись спиной. Просто бейте, опять метки назад где-нибудь. Когда в лужу заходишь, сильно дамажит?
Да, пиздец дамажит. По 6 тысяч, по 6, по 7. По 12 надо... дамажит, да. Там ложитесь сюда. Да, так не показывать, что диспелить можно. Да, выйдите, выйдите. А, вам не показывать, что диспелить можно? Ну вот. Да. Оно когда вот. Можно диспелить, оно подсвечивается. Ну почему не показывать? Вот смотри, у вас в начале комнаты дохуище место. Надо пулять его ближе к началу, ко входу. Ну окей. И типа переходить потихоньку, да? Да. Кстати, в книжке вот. Пишут, что это лужа минуту лежит. И лужи исчезают. Ну не знаю, тут секунды, это целая вечность. Короче, да, короче, да, милики. Может тогда как-то по кругу их его водить с этими лужами. Просто вот, сюда подведу, приложи. Сюда подведу его и пойдем как это цифру нолик рисовать, вот такую овальную. Вот допустим, okay, с этого угла начнем. И это. Да, я ассиста поставлю метки. Давай. У нас по диспеллам что-то плохо совсем. Из-за диспелла много урона. Так я говорю, не показывает оно раз через раз почему-то. Хрюк, ты заранее отбегай, когда сокрушаешь. Там ДБМ показывает. Да, вы смотрите каст. Только я не понял, что меня убило. Не было сокрушающего. Я отбежал, подбежал, и меня убило. Информацию что пишет? Да я вырубил информацию. Понятно. Давайте, пристабах. Я, короче, кулак. Буду где-то вот отсюда. Со звезды начать хочешь? Где-то вот отсюда я буду стоять, чтобы мне было 10 метров отбежать вот к этому углу. Я вот не знаю, его или жопой вот сюда, в этот угол поставить самого босса. Наверное, так будет лучше. А медики куда будут вытаскивать уже? Или жопой к звезде его поставить. Наверное, жопой к звезде. Но в звезду медики будут выносить. Ну давай. Только смотри, от сокрушающего ты сам сможешь отойти потом? Да, там, короче, смотри, вот его кружок под ним. Вот где-то, вот где вот эта решетка начинается, сейчас смотри, медики. Вот где, вот примерно на таком рендже вы бить можете. Примерно на таком, где ромбик стоит. Вот я сначала тоже близко к нему стоял. Короче, просто дальше стойте от босса, чтобы на максимальном рейнже вы его били. И тогда от сокрушающего меньше отбегать вам будет. Ну, как на Халеоне то же самое, чтобы метеор под босса не раз... Ну все, скажете. Давайте. Готовы? Скажите, когда будет. Баф пулять. Есть? Давайте. 4, 3, 2, 1, гол. Фонкич сельц вынести, да, надо сказать. Сейчас окружающий будет смотреть. Отвернулись, отвернулись, отвернулись быстрее. Ты окружающий. Все. Кера секунд вынесли. Я его потом туда поведу, я перевернул его. Угу. Там метки, наверное, есть, я не вижу их просто на сайте. Если места будет мало, я проведу босса, скажете. Окей. Фонкиш, Керос. Керос, справа вытаскивай, куда ты бежишь, там же место дохуя еще. Блядь, ты прям в центре вытащил. Спиной. Топайте, каст, не надо филе. Ты филе, что ли? Сокрушающий, смотрите. Фонкиш, Ливс. Вытащите куда-нибудь. Вон прямо у входа есть место. Прям в лужу бежите, очень больно. Танк похил. Давайте бурсите, прям умеряем. Че, потом увезти отсюда? Спиной. После следующего сокрушающего выйдет. Керос, Хурюк. Куда вы к нам прям ведете, ну пиздец. Я не к вам, я в другие лужи их выношу. Они, кстати, немного дамажат, если прожат. Можно выносить прям в лужу. Сокрушающий. Все, увожу босса, давайте уходим отсюда. Вон до поднимите хурюку по хп. Вытащите назад куда-нибудь. Ну, две метки.
Тут место есть, иди сюда. Да, вот, РДД сюда ставься, сейф прокиньте, Вивс умерла. Быстрее, спиной. Я транквил нажал, Берни, быстрее. А, все. Не, ложитесь. Надо еще только как-то получше. Метки вот реально на решетку не несите. И там угол был, где я начинал первый раз туда держал, вот где кружок стоит. Вот в тот угол милики выносите. Ну зачем вы в рейд? Спекайся в хила, тоже в три хила пойдем. Так и может тогда все лужи назад будем выносить? Можно в две лужи выносить. Можно, да, можно две лужи в одну метку выносить. Да, мы... Сейчас давай. Так и надо делать, так и надо делать. Две в одну точно можно. А да. Сейчас давай немножко по-другому. Я, короче, его приведу, вот где мы зашли, и спиной прям к дверям поставлю. И у вас будет, короче, РДД выносят на одну сторону лужи, и там стоят, а милики в другую сторону. Сейчас я поставлю, короче. По идее, будет хорошо, если два человека в один фрейм встанут. Ну, я и говорю, да, а две метки. Выглядит, что не так. Все, короче, Хурюк, еще раз в милизоне умрешь, на чарку можешь не рассчитывать. От сокрушающего не умирает, а что делаешь? У тебя же блинк эридаровский. Который как раз на 10 метров вроде. Да. Короче, и видишь метку, все, вместе сбегайтесь. Хотя бы старайтесь рядом стоять. Метка глыбой скидывается? Я не знаю, попробуй. Надо будет проверить. Короче, смотрите, босса я подтяну сюда, ближе. И вот где вы стоите, рыбу жрете, вот тут и начнем, типа. И, допустим, РДД в звезду несут, милики. Или как там, как вы хотите, двойную. То есть первые два человека в звезду бегут, вторые два человека в кружок бегут. Потом немножко провел. Можно так. И в середине комнаты вот в эти места также первые два человека в одну метку, вторые два человека в другую метку. И все. И потом последний раз его отвожу, уже там в упор буду сам в угол где-то отбегать. И... Ну, короче, понятно, всё. Да? Да. Так может немного по-другому? Типа сейчас, первые две метки в звезду, ты проводишь босса в кружок, потом следующие две метки сюда. Ты проводишь в ромб, следующие две метки в круг, и так идем по кругу. Только не прям звезду, а в угол. Да, пройдем весь круг. Я не буду по кругам никаким водить, я просто его буду назад отводить вдоль этих меток и все. Ну, блин, кстати, ничего не пишут насчет того, что чарки работают не только на Толгороде. Они написали, нет, что они. Фикс был. Короче, давайте 5, 4. Сейчас рыба. 3, трипод, 2, 1. Все. Керус сельдь, звезду, отошли прям в угол, ну куда ты? А вы-то я там почему стоите? Слева. Да, спиной. Вы в хвосте босса стоите, блядь. Все, следующие две... Да. Под хвост встаньте, следующие две в кружок. Отошли милики. Да. Нихуя не скидывается, мразь. Похуй. Зато проверили. Все, протаскиваем. Ужас должен быть. Давайте, следующие две в треугольник. Спиной ставить, спиной. Сельдь, Фонтич. Остальные сразу в треугольник отходим, кроме названных. Я вообще из комнаты босса вниз. Ну, нормально. Бьем, что-то дамаг мало, сокрушающие отошли. Следующие две в этот... В ромбик, перебазируйтесь, чтобы вам до ромбика быстрее бежать. Да, быстрее. Спиной стали. Сейчас окружающий может быть сразу посильнее. Блять, Фонкич, как? Вирс сеть, давайте. Как он еще? Он есть, кстати? А что происходит? У нас люди от чего умирают? Есть инфа? От луж, видимо. Да не от луж, мне кажется, от того, что он не диспелит. Отвернули спину. Сельдь спину. Чё, давайте ляжем, блядь, как-то надо нормально. Детали смерти инфа, давай нет. Посмотрим. А чего сдохли, да? А ещё кто-то, скиньте, вот Экон и... Буреск, верно. Ну, я лужа. Я вообще не понял, как вы видите.
Доброса уже по бокам скидывайте и все. Блять, я не понимаю, ну, потому что, ну, люди в Алай будут, вот почему, блять. Вот смотри, вы в Дисе вообще слушаете или нет, блять? Вы как решили? Две метки, два человека несут в одно место, блять, для экономии места. Чего тут, блять, непонятного? Вот я босса подвел, чтобы вы первую два человека сбежали в звезду. Блять, Нурик, ты понимаешь эту хуйню? Короче, нам всем надо почти в одно время стоять, чтобы успеть две минуты. Вот, Нурик, на тебе звезда, вы стоите в Нурике. Кружок, вы стоите в Нурике, блядь. Я подвел босса сюда, вы стоите... Вот тут хост босса, вот где я стою, блядь. Тут хост босса. Вы стоите вот здесь, вот поближе к звезде. Для чего? Весь рейд стоит в Нурике, блядь. Для того, чтобы к звезде добежать было недолго. Как только появилось две метки, две человека бегут в эту звезду, блядь. Остальные уже передвигаются ближе сюда, к кружку. Все, ну, это, отвернулись, там, сокрушающие отбежали, милики, блядь. Следующие две метки кидаются, они бегут в кружок. Остальные люди к хвосту вот подальше, вот сюда, где Рибихар их не заденет. Дальше я провожу босса. Следующие метки вот в треугольник, два человека, остальные, блядь, подходят ближе к ромбику. И Нурик, и все вы стоите, и хилы, блядь, и все стоят. И в центре у вас не будет луж, блядь, если вы мозг свой включите, блядь. Все, давайте. Интуиция. Привет. Метки, либо вы сами видите их, либо вы скачиваете вуду, блядь, вводите там метка говна вот этого, вписываете дебаф свое, блядь, и у вас видно все, блядь, как на ладони. На ДБМ говорили. Там просто, мне кажется, у нас умирает из-за того, что поздно дисплеит. Она же с каждым разом больше наносит урона. Вообще мало дисплеила. Масс дисплеила не надо делать. Так дисплею ручками. Или тебе не показывает. Потому что оно пипец как больно бьет. Мне, к сожалению, не показывают на ком дебаф, потому что я типа не могу его использовать. Да нахуй вам это надо. Ну, типа, либо сами его отслеживайте, либо вуду качайте, чтобы дебафы смотреть. Все, давайте. 5, 4, 3, 2, приход, 1, 2. Вивс, Арканат, звезду вытащили. Остальные на ту сторону перешли уже. Спиной стали как раз. Все, бьем, а теперь здесь стоим. Отошли. Есть БР, дай быстрее. Отошли сюда, дальше отошли. Нет, еще БР дам, нет. Сразу и на кинем. Спиной готовься, повернулся. Спиной шли. Все, метку разлили. Отошли на ту сторону быстрее. Нет, на ту сторону. Не подъебало. Ебать. Под босса. Вот здесь встаньте. Отошли от босса. Все. Прохил. Кильте. Финай. Вон, сейчас ворота можете. Короче, метку в ворота кидайте, Планкич. Ладно, вперед. Все нормально. Пошли чуть-чуть. Ты че стоишь? Я же зевал. Проведу немножко. Нахуй вы наперед несете, блядь? На спину. Смотрите, где звезда, есть место. Вот здесь сзади много мест. Куда скидываем? Все. Вон там, смотри, исчезли, блядь, метки, видишь? Теперь в печеньку. Да, еще знаю. Центр не вынесите, блядь. Ладно, похуй, пусть так. Вот здесь сбоку, спиной повернулись, вот в треугольнике освободилось место, чтобы вынести. Планки еще нет. View second, треугольник как раз сюда. Мы чуть подальше отойдем.
У нас везде место освободилось, прям назад будем ходить. Давайте больше ДПС. Сейчас после сокрушающего будем... Сокрушающего. Вот, после этого перебегайте к... Сейчас звезду? Перебегайте на эту сторону, и как будто отсюда ворот начинаете, я обратно его буду вести. Окей. Блять, надо по Веронике... Попробуй ручку не побить, ману. Да. Если есть синер, кидай её в мою пати, я поставлю тогда. Чё она? Почему вы стоите хуй... Ну это страна, мне как угадывать? Что, какая страна? Да нормально. За спину босса, за спину босса, перебегите все. Да, да. Пофигу, по бокам разливайте, просто не убейте, и все. Главное в одну сторону. Да ладно, по бокам тоже норм. Главное живите, я пожалуйста. Прям на самый край, с спиной прям посмотрите. Дальше кто-то не повернулся. Все пропало. Все, отошли, блядь, грилик, нет. Ладно, еще можем убить, давайте 5 миллионов. Сколько у нас задышит? 3? 3. Ну, сможем 3. Еще. Проще прохиливать должно быть, давайте. Возвращаемся в треугольник, аккуратно. Провести вам там нормально? Да, провести. Не, нормально. Так же держи, не надо вести его. Милики пусть там скидывают где-то, а мы здесь будем. Отвернулись спиной. Спиной. Все, отлично. Меток. Да, просто скинь, только не умри, смотри. Так, я хорошо. Не умру. Все, окей. Отошли. Ага. Мне как-то далеко не могу иннер скинуть. А БР есть, да. Не? Сейчас я сам подойду к тебе. Спиной. Тебе не нужен иннер, говоришь? Я и давал иннер. Скоро сокрушающий. Нет. Керус сейвис. Вот иду туда. Угу. Можешь со стороны рамба остаться, если что. Скоро эти исчезнут. Блять, вот я думал, вы должны в луну квадрат сейчас разливать. Почему вы перед возле меня стоите, я не могу понять. Вот по бокам вас, спиной выходите, спиной выходи. Все, давайте, почти добили уже. Да пофигу как разливает, главное не умереть, это что. Типа, мы не граждан сюда, там что-то понимаем. Скушающий. Все, сесть, да, выноси по бокам, просто вперед выходим. Сюда дальше потом. Спиной? Угу. Нет, подойдите и на спину. Так, я там сделал, да, и назад потом. Под хвост к нему. Треугольник еще можно вывести. Нет, давайте миллион остался. Так, у меня БР есть, по идее. Так, я его сейчас метку выкину, потом пробую грилли-то вытащить. Спиной. Грилит, вставай, поднимите грилит сразу. Так, метка. Тоже в луже есть. Шайщ. Да, заебись. Все, ребят. Что там по чаркам, смотрите. А что там за хуйня? Нету чарок же. Ебать, это на ДЦ. Чарка. Где? А где? А где ты чарку видишь? Омоложение? На Эрдру чарку? Да. На кольчугу, на повышает шанс нанести критический урон. А, это на Эрдру. Это на Эрдру. О, можно мне? Можно? Нет. Нет? А что это? А кому еще? Это классовая, да, чарка? Да. Омоложение. Кожа. Это кожа.
А чё тут? Посмотрим. Только одна вещь упала, блядь? Две вещи упало. Вот еще вторая. Вторая... Вот, вот все вещи. Кольчуга выпал. Ну, если так линкуешь, там не видно, что чарпы есть. У меня так и так не видно. В рейд-роли не... Досмотреть, да, ты просто заходишь в босса и смотришь по чаркам. Там второй плай, а там пояс на кольчужину. А увеличивается. На этого, на Эршама выпал. Да, но там чарк, смотри, повышает шанс на критический урон на 2. Да-да-да. Чарка, блядь. А у меня не показывает чарку на поясе, там нету чарки никакой. Нет, ты должен на босса зайди. Не через рейдрол. И посмотри, там показывает чарк. Чё там чарка на эрдру какая? Ну чё-то я не успел. Охуенная чарка на омоложение. Не, на голову показывает, а на босса как на босса, блядь? В смысле? Нет, ну на босса лут, лут с босса посмотри просто. Я не успел прочитать, да. Там видно какие. Я одного водил, вроде тоже не показывает. Нет, там есть 2% крита. Это такая... А, блядь, я просто её не прочитал, нахуй. Ага. Оно и так показывает. Ну, в смысле, в чате, вон, в рейдовом. А вот, периодический эффект омоложения с 20% вероятностью, скорее всего. Критический урон, так это не... Почему критический урон? Это на Элема, нахуй. Так там этот... А, не, нельзя. Больше. А, вообще топ-чарка на шамана. Ой, так, а сюда... дальше я сделаю. Сюда спрыгнуть можно? А чё сюда спрыгнуть нельзя, сука? Реально, топ-чарка. Классно. Можно так, было бы спрыгнуть. Там пати распределять надо. Как-то так. Да, на собаку там вроде 5 на 5. И сперва посмотрим один трай. Как метки кидает. Если метки кидает по пати, то придется разделять и власть. Такая.